Здравствуйте. А что вы делаете? А вам известно, что таким заниматься нельзя? Вон там сидит губернатор, он запретил. Да. А сколько вам за это платят? Это моя работа. Ну, я понимаю. Ну, а правда, сколько? Ну, может, другую работу найдете? Например, раздавать. То же самое, только не запрещено. Можете любые бумажки раздавать, на улице стоять. Ну, я подумаю. Подумайте, потому что вас поймают, оштрафуют. Зачем оно надо?